вылез, а я уже тут накладываю. Потому что ей было жарко. Мы уже вернулись домой с холстом. Я уже переоделась в более рисовательную одежду. В общем, мне захотелось нарисовать вторую картину, потому что стена наша, она все равно огромная, и как будто там нужно добавить еще немножко красок в прямом смысле этого слова. Я вообще открыла для себя Pinterest, как много там всего. Сейчас я покажу. Ну, во-первых, что хочется сказать, это то, что у нас, в принципе, довольно яркая квартира, тут много ярких акцентов. Муж вон там мой сидит. Много таких ярких акцентов. Там есть контрастные стены, что вот тут вот такой довольно яркий зеленый. Вот эта синяя плитка. И, в общем, я решила выжать из этих ярких красок по максимуму, чтобы уже от них устать, потому что квартиры и дома моей мечты, они выглядят примерно вот так. Я гуглила, что это вроде называется балийский стиль, когда все такое беленькое, с деревом. Вот эта ванная вообще потрясающая. А это кухня. Это просто восторг. В общем, и тут на Пинтересте я нашла картинки, которые мне примерно нравятся, и чтобы я хотела нарисовать. Так что пойду пробовать. Ну, это правда потрясающий сайт. Вот, допустим, мне понравилась эта картинка, и как у них классно работают алгоритмы. Я понимаю, что, скорее всего, вы сами об этом прекрасно знаете, но я не могу передать восторг свой. Для тех, кто смотрит все мои влоги, в этот раз я умнее, купила карандаш. Цветным не так удобно. Белила.
Мне вообще очень понравились картины, которые делают такими густыми мазками, но я понимаю, что, скорее всего, это масло, а с ним мне взаимодействовать страшно. Я ставлю куда-нибудь сюда картинку, как это примерно выглядит. Поэтому будем пробовать делать, что умеем. Я еще купила холст прямоугольный, то есть они разные. Мне кажется, что как раз это должно как-то прикольно смотреться. В общем, я нарисую, увидим. Знаешь, такой трясущейся рукой. Я шучу. Давно, кстати, на кирпиче? Так, может, ты тоже хочешь порисовать? У тебя гимнастика, да? В поисках котов. На самом деле телефон портит немножко цветокоррекцию, потому что картина гораздо светлее, чем на видео. И вместе мне тоже очень нравится, как они смотрятся. Надеюсь, в ближайшее время мы это дело повесим. В общем, я и очень довольна.
Всем привет! В общем, мне тут пришла мысль в голову, что мне бы хотелось сделать разговорный формат видео более полезным, делиться какими-то своими лайфхаками, каким-то опытом. И сегодня я хотела вам рассказать о привычках, которые поддерживают мое гармоничное состояние. Безусловно, у меня бывают моменты, когда плохое настроение, я просто даю ему быть и понимаю, что, скорее всего, в этот промежуток времени мне нужно что-то осознать, немножко замедлиться, чтобы уже двигаться обновленным дальше, и что это вот сейчас просто такой отрезок, который мне определенно нужен. Дальше мы будем двигаться в светлое будущее. Понимаю, что мои привычки формируют мою жизнь, отношение к жизни, состояние моего тела, моего духа, настроение и так далее по списку. Поэтому поделюсь с вами этими 7 пунктами, и на 100% улучшают мою жизнь, и я это ощущаю в полной мере. Первый пункт — это гвозди. Я уже рассказывала, что люблю стоять на гвоздях, и делаю я это примерно раз в неделю. В принципе, у них есть огромный функционал, можно там при помощи данных практик останавливать внутренний диалог, как раз работать со своим телом, можно уходить вглубь себя и прорабатывать различные травмы. Там, часто, когда ты стоишь на гвоздях, спустя время начинает всплывать вот что-то из недр подсознания. Поэтому это очень такая мощная, интересная практика. Помимо этого, гвозди влияют на все органы нашего тела, потому что на стопах находится огромное множество различных нервных окончаний. И как раз для этого я их и использую, потому что когда я стою на гвоздях, я прям ощущаю, что там разряд энергии идет в абсолютно каждый участок моего тела. И после энергичное, наполненное. Поэтому мне очень нравится стоять на гвоздях. И еще я заметила очень такой забавный побочный эффект. Когда ты стоишь на гвоздях, ты учишься взаимодействовать как раз с этими болевыми ощущениями, уходить от них. И теперь у меня такое ощущение, что я не сильно чувствую боль. То есть я могу как-нибудь сильно удариться ногой об угол, но при этом мне не будет больно, но спустя время я увижу, что у меня есть огромный синяк на ноге. И у меня был не так давно случай, готовила, ошпарилась кипятком, мне абсолютно не больно, но потом у меня вскакивают волдыри на коже. Поэтому такие вот гвозди. Очень интересный инструмент. Вторая привычка, которая поддерживает мое гармоничное состояние, это аффирмации, пока я умываюсь. В общем, я подписана на одного иностранного блогера, как раз тоже там все про wellness, про healthy lifestyle и так далее. И она сказала, что здорово умываться примерно минуту, там, намыливать свое лицо. И как раз пока я намыливаю лицо, там делаю массаж, всегда проговариваю себе различные аффирмации, у всех они могут быть абсолютно разные. Допустим, я люблю себя, или я в гармонии с собой, я в гармонии со всем, что меня окружает. Там, все мои близкие счастливы, я живу изобилие. И все в этом духе, и как раз, когда я умываюсь с утра, я очень заряжаюсь этими мыслями, и я уверена, что если себе часто что-то повторяют, то это как-то укладывается в голове, и потом это становится твоей реальностью. Третий пункт — это, конечно же, зарядка. Извините, я не могла это пропустить. Безусловно, тоже, когда каждый день ты разминаешь свое тело, даешь им какую-то физическую нагрузку, это как накопительный эффект будет работать. Улучшится общий тонус организма, улучшится выносливость, улучшится растяжка. Растяжка это как раз тоже помогает избавляться от каких-то блоков в теле, от зажимов. Все знают тоже, наверное, взаимосвязь йоги и чакр, когда ты стоишь там в разной асане, это влияет на твой энергетический центр. Этот энергетический центр связан там с огромной сферой жизни. И, в общем, это все очень здорово так связано между собой. И, в общем, я очень рада, что теперь зарядка является неотъемлемой частью моей рутины. Четвертый пункт — это медитация. Медитирую я тоже абсолютно каждое утро. Делаю это уже сколько? Наверное, года 3-4. Медитации совершенно разные в этом мире существуют.
их огромные там десятки миллионов только на Ютубе, наверное. Но я, кстати, никогда такие медитации не делала. Скорее всего, потому что у меня есть школа, в которой я учусь, и нам там дают разные практики. Но есть такие три основные, которые я вынесла для себя, и они как раз энергонаполняющие. Это там есть практика на солнце, когда ты заряжаешься солнечной энергией, есть практика, которая связана с ядром Земли, тоже это такое соединение тела с Землей. Там есть еще, мне нравится практика с настройкой на зеленый диапазон, это диапазон жизни, любви. В общем, это такая обширная тема. Если просто кому-то из вас интересны медитации, какие я делаю, рассказать о них поподробнее, то дайте знать в комментариях, и я, может быть, попробую как-то это раскрыть пошире. Но медитация — это тоже остановка внутреннего диалога, полезна для каждого. И когда ты в этой медитации настраиваешься на то, что ты заряжаешь свое тело, то в моем случае я правда чувствую, как оно заряжается. Пятый пункт — это когда дома порядок и нет ничего лишнего. Скорее всего, делаю акцент о том, что нет ничего лишнего. Наверное, еще где-то вот 5 лет назад я первый раз почувствовала, что это такое, когда вернулась домой к родителям и решила разобрать все свои там старые вещи, выкинуть половину из них. И вот я ощутила как раз это облегчение на душе, как это здорово избавляться как раз от всего старого. Поэтому я регулярно дома убираюсь. Мне нравится, когда я дышу этим свежим воздухом, обожаю постоянно проветривать. Когда вот точно нету ничего лишнего, и легко прощаюсь с какой-то своей старой одеждой. Поэтому, мне кажется, это прикольная привычка, и меня очень заряжает, когда дома как раз вот этот порядок, чистота, и она потом, соответственно, и в мыслях тоже. 6-й пункт, без него тоже никуда, но все равно это правильное питание. У меня бывают дни, когда я заказываю какой-нибудь фастфуд, но я 100% отследила, что состояние тела напрямую зависит от того, что мы едим. И если я, не знаю, съем какие-нибудь острые крылышки, это будет ощущаться на следующий день явно по-другому, чем если я приготовлю что-то сама, и это будет более полезная пища. В общем, мне кажется, что чем твое питание сбалансированнее, чем больше ты добавляешь этой любви в процесс приготовления, тем больше твое тело будет насыщаться, и тем лучше тоже будет потом самочувствие. И 7-й пункт. Я люблю число 7, поэтому, мне кажется, у меня почти везде 7 пунктов. Но как-то они все сами с собой выстраиваются. В общем, в моем гармоничном состоянии мне всегда помогают благовония и эфирные масла. И вообще, это все очень люблю. У меня осталось 1000 разных эфирных масел. Я их не стала перевозить, потому что они все открытые, и мало ли это куда-нибудь разольется, будет нехорошо. Поэтому сейчас у меня там есть пару штук моих любимых, ими я и пользуюсь. Благовоние, я имею в виду пало-санто. Во-первых, очень люблю этот запах, и, во-вторых, пало-санто очищает пространство, поэтому я очень люблю тоже, особенно по выходным, ходить там по всем углам, визуализировать, как все плохое отсюда уходит, и потом такое очень спокойное состояние, ощущение тоже вот этой чистоты. А эфирные масла, допустим, масло лаванды я всегда использовала, если не могу заснуть, буквально там 1-2 капли на запястье или за ушами, и прекрасно сплю. Или там масло розмарина, если я заболевала. Еще у меня раньше была аромалампа, ее тоже с собой, к сожалению, не смогла привезти. Очень любила раньше тоже добавлять пару капель имбирного масла. И в квартире так вкусно пахло, добавляла этих баллов к настроению. И это так тоже добавляло активности очень. В общем, я фанат масел, фанат благовоний. И чувствую, как они работают и помогают в соответствии с каким-то запросом. В общем, это были мои 7 привычек, которые поддерживают гармоничное состояние. Надеюсь, вам было интересно. Мне будет интересно тоже почитать в комментариях, если вы поделитесь какими-то привычками, которые вас наполняют. Ну и на этом будем заканчивать.